Что же это может быть, а? Милая, красивая. Ну что, все готовы? Всем привет. Всем привет. Доброе утро. У нас утро. Мы... Ты что там рисуешь? В общем, мы готовы. Ехать? Готовы ехать? Нет. Нет. Мы готовы ехать. На съемки. Берем это, Лео? А? Берем это? Зачем? Просто, не знаю, вы сейчас в машине будете слушать музыку. Так, мы тут... девчонки взяли с собой подарочки, будут открывать в машине. Нам сейчас некогда. Взяли с собой кое-какую одежду для съемок. Не знаю, какую там выберут, какая подойдет. Все? Давайте. Обуваться. Все, обулись, крынечка, обувайся. Сейчас у нас 8 часов. Точнее, уже почти 9. Нам уже пора, нас ждут. Обувайся. Оранжевый обувай. Угу. Я хотела мои ботусы. Ну, возьми черный на обуви и оранжевый возьми с собой тогда. Потому что Маргарита-то в желтых. Давайте. Ладно, поехали мы. Будем вам немножечко снимать. Кое-что снимем, да? Давай, обувайся. Мы поехали. Что туда выкинула? Куртку. Куртку? А ему не холодно будет? А? Мира, где тут Денис? Мак, тебе не холодно будет в футболочке? Нет, точно? Ну все, давайте. Кто хочет спать? Я хочу кушать. Можете спать. Кто хочет кушать? Будем кушать. Да? Потому что ехать нам где-то часа 3. Далеко. Далеко нам ехать, далеко. Ну что, мы знаете, куда приехали? Ты знаешь, где мы находимся? Мы находимся в Австрии. Ножка затекла, сними ботиночки, сними. Хочешь снять, нет? Едем в Германию, но это через Австрию, вот так вот. Мы первый раз здесь. Так что вы теперь в Австрии побывали, девочки, поздравляю. Да. Открывать будете ваши подарочки? Да. Давай, доставай. Там-там. Все поспали, выспались. Сейчас папа заправится. Еще хочешь? Сейчас папа заправится и поедем дальше. Нашла где? Да. Ой. Нам еще ехать. Мама, почти 2 часа. Кажется, нет, зайка, мы сейчас уже поедем. Да, Ксюш, давай. Ну, Ксюш сразу поймет, что это. Что же это может быть, а? Ну-ка подумай, хорошо, ребят, смотрите, на что это похоже, ну-ка. Ой, а что это такое? Как раз. У нас тут чаек есть, истое. Будешь пить истое? Давай распаковывай. Огромная, просто огромная кружка для какао. Ты же у нас любишь какао пить. Поэтому Маргарита решила тебе подарить кружечку. Для твоего горячего какао. Видела, какая огромная. Посмотри внутрь. Сколько там миллилитров? Крутая? Крутая, да? Овечка с елочкой. Кактус. А, с кактусом, точно, я думала, елочка. Кактус. Ну давай, открывай теперь, Маргарита. Посмотрим, что там у тебя. Вот, давай. И что там? Я откуда ее знаю? Ну, мягенькая. Что может быть мягенькая? Ну, не очень сильно. Давай. Открывай. Что там, нам не видно. Что там. Нам покажи. Это кофточка. А, твой твоя. Я думала, это что-то. Она такая крутая. У меня ничего нету рождественской кофточки. Нравится? Очень. Прикольно.
Кстати, можно мне ее сегодня одеть? Можно, конечно. Мы почти приехали. Das Bayernwetter ist genau das, как дела? Was man, glaube ich, im Kopf hatte, als man das Wort durchwachsen erfunden hat. Сонные все. Sehr viele Wolkenfallen, да. Immer mal wieder auch Regen. Нам осталось еще gerade die fränkischen und dann auch 5 минуточек, и мы будем на месте. Погодка тут хорошая, между прочим, у нас нет. Тут плохая. А тут вон как хорошо. Красиво. Это что за город? Это Мюнхен? Мюнхен. Мы приехали в Мюнхен. Там какие домики красивые. Одинаковые прям. Ты же первая поешь. Мы приехали, ребята. В общем, сейчас Ксюня будет первая. Мы посмотрим, во что она сейчас оденется. У тебя первый, ты же поешь. Первую часть. Ja, genau, cool. Ich muss dich aber ein bisschen mittiger holen. Hier ist die Grenze. Das heißt, du darfst mit deiner Schulter bis hierher. Rutsch, 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 stopp. Bisschen nach innen. Sehr gut. Du darfst ein bisschen zurück. Und du kommst ein bisschen vor. Stopp. Все, закончили. Девчонки и мальчишки переодеваются. В зеленую кофту, да, что ли? В твою новую. Ксюне новая шапка пришлось купить для еще видео. Есть черная. Если, да, есть просто черная, есть с черепами. Ксюшке и понравилось такие... больше с черепами. И еще перчатки. Угу. Подходит кофточка? Молодец. Ну ладно, поехали мы домой. Понравилось снимать клип? Да. Да? Интересно? Мама! Все, наконец-то мы домой добрались. Бонни! Окей. Próxima semana él va a cambiar estudio. Ah. Y lo querían más bonito, más grande. Uh-huh. Ну-ка, покажи кофточку какую-то. Там не было видно. Такая вот кофточка. Каролина! Такая прикольная печенюшечка зеленая. Да, у тебя еще не было такого цвета, да? Да? Мы выбирали, там был красный цвет, но, в общем, решили взять зеленый, так как у тебя зеленого еще ничего не было. Да. Так, все, я, ладно, давайте. Я, по-моему, материл. Смотрите, ребят, мы уехали в 8 утра и приехали в 8 вечера. Замечательно. Бонни тут одна хорошо справилась. И писала, и какала, и кушала, да? Что ты пишешь? Ты пишешь письмо Дедушке Морозу? Да. Ты ж моя хорошая. И что же ты у него просишь, интересно? Папа сказал, что... Куколку Барби, да? Нет, просто зайку. Зайку? Маленького зайку. Тебе не хватает маленького зайку? А еще что? У которого в руках телефончик. Все? Только зайку? Так много написала и попросила только зайку? Да. Ты написала Дедушка Мороз. В этом году я вела себя... Ну так, иногда очень хорошо, да? Но все-таки иногда тоже хорошо. Да? А их потом куда ты отправишь? Киндер. Ой, пост. Пост. На почту, вот так адрес какой-то нужно же писать все-таки. Папа сказал, что у нас там в Люцерне сидит не знаю кто. И он или в пост, и потом
В Люцерне, говорит, сидит, не знаю кто, но кто-то нет, сидит. Ну, в пост там Дедушка Мороз, который читает письма детей, и потом выбирает самые лучшие, которые, да, и, да, и дарит те, подарок. Те, которые хорошо попросили. Ты хорошо попросила? Ну давай. Хорошо, проси только. Я ему маленький стишок еще напишу. Да? Сочини ему стишочек хороший, тогда он точно обратит то на тебя внимание. Это как стих и песня. Хорошо. Хорошо. Стих и песня. Все, девчонки, давайте. Ложимся. И собаку забирайте. У нее две шапки новые. То она была в оранжевой, теперь она будет в черной. Ладно, все, пока. Всем спокойной ночи. Всем пока. Всем пока. Жвачку. 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 Черепами, чтобы быть дома. Спать нельзя с жвачкой. Иди выплевывай. Давай, выплевывай. Все, пока.